Всем привет, и сегодня кое-что свеженькое. Тяжелый камень рядом. Кто-то замер на краю моста с тупым мрачным взглядом. Там внизу купальца луна и шапка тоже там видна. На голову его натянута она. В это время из ночного леса вышел сельский парень. Увидал он мужика и камень, мужика и камень. Здравствуй, дядя, на тебя я глядя не могу понять, для чего в ночи на мосту стоять. Не мешай мне, парень, незнакомец отвечал, и дрожащей рукой к своей шапке молча прикоснулся. Дуй своей дорогой, не тревожь мою печаль. Путь завершен, я, увы, жестоко обманулся. Неужели ты решил сегодня утопиться, утопиться? Не страшит тебя в реке холодная водица, водица? Что такое обмануться? Просвети меня, хочу узнать об этом я. Что ж, воскликнул незнакомец, бросив шапку в реку. Разве можно жить, как я, такому в мире человеку? Что за фокусы, воскликнул парень и попятился назад. На звериные рога его вонзился взгляд. Не мешай мне, парень, незнакомец отвечал, и дрожащей рукой шапки молча прикоснулся. Дуй своей дорогой, не тревожь мою печаль. Путь завершен, я, увы, жестоко обманулся. Спасибо. Подписывайтесь на мой канал.